Владимир Сапрыкин. «Мираж». Читает автор. Гладь семейная, мираж. Это аксиома. Каждый выбрал свой шалаш до раската грома. Расплетают кружева личностных амбиций и о том, что жизнь халва, видно по их лицам. От того, что на показ не выносят счастья, дом обходит стороной горе и ненастье. Гладь семейная, мираж, это аксиома. Обустройте свой шалаш до раската грома.